Здравствуйте, я Ручкина Юлия Евгеньевна. Я хочу поблагодарить Андрея Лысенко, а также всех его подписчиков за оказанную финансовую помощь мне в размере 50 тысяч рублей. Я родом из Донецка. Сейчас прохожу лечение в Москве. Соответственно, живу тут. Родных у меня никого нет, кроме моей несовершеннолетней дочери. Курсы химиотерапии я прохожу по полису, бесплатно. Все обследования, анализы и лекарства я оплачиваю сама. Ситуация критическая, и все нужно быстро. А также приходится оплачивать съемное жилье. Из доходов я имею только пенсию по инвалидности. Поэтому прошу каждого из вас откликнуться. Для меня важен каждый рубль. Я буду благодарна каждому из вас. Я очень хочу вылечиться. Спасибо.